очень ответственным, потому что ты представляешь не себя, а представляешь весь коллектив и всю систему профессионального образования области и республики. Но как происходит это все? Естественно, волнительно и ответственно. И подготовку ее рассказать нельзя, потому что она идет непрерывно. И в принципе она у нас каждый день. Но показать то лучшее, которое есть, наверное, это значимо и важно. Буквально за несколько минут до выхода на сцену такими эмоциями делились финалисты большого образовательного проекта «Директор года». Несмотря на то, что за плечами у участников проекта большой педагогический и управленческий опыт, для них выход на сцену всегда волнителен и важен. Директора школ, заведующие дошкольными учреждениями, а также руководители учреждений дополнительного профессионально-технического и среднеспециального образования на протяжении нескольких часов знаниями и опытом доказывали свое право называться лучшими в профессии. Сегодня в орбиту этой деятельности вовлекаются не только руководители, а целые команды. Это педагогические коллективы всех учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Подготовка, оценка, анализ результатов. Это тоже стимулирует не только руководителя, но и педагогический коллектив. Поэтому говорить о задачах конкурса, они очень многовекторны, они достаточно обширны. Одна из таких, может быть, второстепенных, но тоже немаловажных задач. За период пандемийных мероприятий наши люди просто соскучились по человеческому общению. Это очень важно, его нам сейчас катастрофически не хватает. Поэтому мы тоже этот конкурс рассматриваем как возможность пообщаться, поговорить на волнующие темы. Просто увидеть друг друга. Не через экран телевизора и компьютера, а вживую. Непростые испытания были подготовлены для конкурсантов. Все для того, чтобы состязание стало своего рода мастер-классом для присутствующих, чтобы каждый мог позаимствовать что-то актуальное и передовое у коллег-лидеров. Эффективный обмен знаниями и опытом помог каждому из участников раскрыться, а также почерпнуть что-то новое у тех, кто находится в своих педагогических изысканиях на шаг впереди. Конкурсы профессионального мастерства, они в принципе значимые мероприятия, потому что это площадка и для обмена опыта, и для роста. Просто в профессиональной деятельности. Во многом зависит сегодня развитие системы подготовки кадров именно от руководителей. Они задают вектор развития учреждениям образования, они создают корпоративную культуру в учреждении образования. И в конечном итоге это все работает на подготовку квалифицированных кадров для нашей экономики, для развития страны в целом. Особенность этого конкурса также в том, что победа достается не тому, кто представляет лучшую педагогическую и управленческую школу, а тому, у кого есть реальный потенциал, кто своими усилиями делает учебное заведение лучше. Насколько это возможно? Каждый из конкурсантов бесспорно достоин награды. И несмотря на статус и звание, они ее получают не на сцене, а в своих коллективах, где их ценят и уважают.